фактически стали преступниками. 22 февраля 2014 год, Харьков, 17:40. Вот этот парень, это мой, его. Товарищ, понимаете? Вот эти люди, что один, что второй, это все граждане Украины, понимаете? То, что случилось, это уже случилось. Мы должны сейчас, опять же, не допустить никакой крови. Почему? Почему? Потому что некоторые люди... Все основная часть людей, я так понимаю, то ли идет еще от дворца спорта, где сегодня было заседание, съезд сепаратистов.